Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и повторяем такие слова. Я верю в себя и свои возможности и готова добиваться успеха во всем, что я делаю сегодня. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что этот день будет для вас самым чудесным. Ну а теперь послание небес на 13 июня. То, что в наших силах. Сегодня ангелы хотят помочь нам осознать границы нашего влияния, то, что мы можем контролировать и изменять, а на что не имеем никакого воздействия. Не нужно пытаться проконтролировать то, что не зависит от нас. Вместо этого лучше сконцентрироваться на тех вещах, которые входят в зону нашего влияния, и посвятить им большую часть своих сил и энергии. Принимая несовершенство мира, людей и ситуаций, мы тем самым не опускаем руки и не смиряемся с неизбежностью некоторых явлений, а получаем больше возможностей для перемен. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Сегодня я открыта для новых возможностей и готова принимать вызовы, чтобы достигать успеха.